Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и сегодня у нас моды на игру «Когда сеть соседа». Нужно выпустить один выпуск, а то Эндрю Сэм уже давно не выпускал подобные выпуски. Ладно, первый мод у нас называется Neighbors from Hell Remage Hornet. Remained, короче, судя по всему. Врубаем музыку. И смотрим, что же это такое. Кирилл Дятлов его сделал, которого наверняка вы многие знают. Так, это, видимо, с прошлого мода. Прогресс остался. Поэтому стираем. Введение, наркоманское обучение, запускай быстро, бла-бла-бла, ничего не надо читать. Окей. Кореш Студио, да-да-да. Блин, как... Кресло уже давно стирать надо мое. Охренеть, какая дверь большая тут у нас. Топ мода делал от Portal. Мы его тоже знаем, он у нас был. Ой, извините. Так, вперед, вверх. На этом уровне есть баги написано. Ну, сейчас раз посмотрим. Надеюсь, игра только не вылетит. Пошел ты нафиг, попугай. Сосед. Сосед есть, но вот он сюда не пойдет, потому что двери все закрыты. Так, без шкалы. А, сосед не реагирует на это никак, еще он ходит как... А, да, это, видимо, баг был упомянутый. Короче, моды админоиды не проходят в носу. Кстати, это самое, шрифт и перевод, как в оригинальном переводе от Джо Уда, насколько я понимаю. Ну, кроме вот этого. Про игрок, там... по-другому уровень назывался. Шаги эксперта он, по-моему, назывался. Так, да ладно, фиг с этим уровнем. Давайте... Блин, описание забыл прочитать. Сейчас прочитаем. Сосед ушел за продуктами в магазин. Пока его нет, ознакомьтесь с домом и пакостями. А, этот уровень нужен для ознакомления домом и пакости. Соседа тут нет. Так, время отключено, что ли? Ну и пускай будет выключено. Так, соседа тут не будет. Можем свободно гулять по дому, не опасаясь ничего. Но это у нас не интересно, поэтому переходим к другому уровню. 9 мая. 9 мая уже давно прошло. Кстати, вот что хотел поговорить. Мы об этом поговорили уже... на стриме по марафону мода. Немного скучный, кстати, марафон довольно был. Потому что... про мудака про этого рассказывали. Шреда. Шред Game Channel, который...
блогер один такой известный среди нас, среди любителей как-то соседа тоже. Которая обвинила меня много в чем. Даже в тех вещах, которые я никогда в жизни не делал. Потому что ему сбрендило, что это из-за меня у него на последнем видео дизлайки есть. В том, что там есть дизлайки, моей вины нет. Я один поставил, а не пять, как у него там было. Потому что ему что-то взбрендило, что я не с нескольких аккаунтов понаставил. Ой, блин. И куда? А, он сюда ходит. Может быть, конечно, вы там, да, согласитесь, что он... Ну, и... да, я понимаю, у него там куча-куча дел всяких, за которых ролики, но, блин, настолько много, чтобы не выпускать видео. Так, а где, а как на пиво положить? А, вот так. Неужто прям так много, что каждая серия должна раз в 3 года выходить? Ну ладно это, реагировать на вот это вот так потом. Как он реагировал на комментарии? Да, он некоторые на стриме даже соглашались, что он там, да, оскорбляет фанатов своих, которые ему часто пишут. Может быть, он, да, задолбался, конечно. От этих постоянных. Но на меня конкретно он собак вообще всех понавешал. Еще раз говорю, обвинял меня даже в тех вещах, что я никогда в жизни не делал. Просто им вот велю лайф полностью согласиться с этим. Я прям вот вообще не ценю. Вернее, он и сейчас согласен, уже понятно. Наверное, вы знаете его в чате. Еще раз. А как яйцо, но он на яйцо, как посмотрит? Он же не пойдет на кухню. Я, короче, более подробно рассказывал на стриме. О том, что он мне там писал, все такое. Но он после одного вопроса, вежливого даже, на этом, под видео, где я у него спрашивал, где продолжение, там уже 200 лайков дано. Он вообще в ВК меня полез искать, мне там писать всякую хренотень. Так, все, короче, этот уровень закончен. Недоделанный он немного. Ладно, это еще. Потом еще в группе, когда соседа, вот. Ну вот в группе ВКонтакте. Там всякое. Отсутствовал Media Life Production. Короче, там они часто публикуют в группе прохождение Эндрю Стэма, залил. Ну, залил. Может быть, у него там подписчиков дохрена, дохрена. Так, где мышеловку-то взять? А, здесь. Необычный мод, необычный. Два животного в одной комнате, сразу обалдеть. Залил Эндрю Сэма, он даже, который подписчиков меньше, чем у меня. Мои нет, мои никогда не публикуют. Ну и я спросил, почему мои не публикуют. Но Шерет берет там и пишет. Какого фига? Вот уж чего угодно, только не твое, зная, кто ты такой, блин. Ты какого хрена ты в это вмешиваешься, Шерет? Зачем? Другим ты так не относишься, ко мне зачем? Я вежливо к нему вроде относился, а он ко мне. Че это такое? Да, он... Я не спорю, у него классные ролики, классный монтаж. Ну, правда, иногда перебор бывает. Но нельзя так. Нельзя так относиться к подписчикам. Вот я, по крайней мере, стараюсь так не делать.
Ну ладно, хватит. Давайте постараемся забыть этого умника и... Только сейчас заметил, кстати, вот это. Может кто-то возненавидит, понаставить дизлайков, но... Блин. Были причины на это, были. Как он говорил, что ты типа дизы там ставишь, что у него там 5 дизлайков. Как ты прям хорошо умеешь накручивать эти. Я говорю, я дизлайками ничего не делал, нету моей вины в этом. Так, опять уровень закончится, что ли? Нету моей вины, я один только поставил. Нет, он пренебрежительный. Доказательства я вам показывал на стриме, если вы тут не верите. У меня этих скриншотов сейчас нету, поэтому показать не могу. Но я показывал их на стриме. Ночь футбола. Так что, если хотите более подробно, посмотрите там. Стрим. Во время просмотра второго мода смотрели. Рассказывали. О, тут окно. Тут прям даже есть. Ничего себе. Некачественно, конечно. Это что, Барби, что ли? Да, очень похоже на маму соседа, прям вот. Просто это самое. Ни с чем не сравнить. Так, ну ладно, с этим понятно. Давайте друг. Давайте просто все уровни вот эти посмотрим, чтобы посмотреть, что поменялось. Напоминаю вот также о том, что. Neighbors Back From Hell Remaster, такой вот, с отличнейшей графикой, которую мы с вами тоже играли, скоро выходит на Android, уже в начале августа. Мы этого мы ждем, и я обязательно сниму обзор. В всяком случае, постараюсь. Не понял, а почему нельзя? Обалдеть. Как работает эта штука? Свинарник называется следующий уровень. Короче, мод такой вот о том, что много чего перемещено. Предметы всякие для пакости, все такое перемещено в другие комнаты. Или в другие уголки. Довольно-таки интересно, но вот такие. Но вот то, что в воздухе висят предметы, это, конечно, не очень. Тут 3 пакости, кстати, всего. Как ни странно, чаша шашлыка. А тут что-то изменилось? Да, тут видно, что есть кабинет, но он недоступен все равно. Табличка из обучалки. А этот уровень даже не изменен. Ладно, давайте еще вот это посмотрим. Там-то хоть изменено или нет? Ой, а тут творится настоящий пипец. Да что так происходит, а? Это как вообще?
что творится, а? Как модеры вот такие баги делают? Что происходит? Да ну нафиг это, если честно. Ладно, давайте поставим этому моду плюс-минус. Мод, конечно, фигня, но у него хотя бы есть концепция. Концепция в том, что перемещение всяких предметов, объектов для пакости. Что мне немножко даже меняет геймплей. Ладно, давайте посмотрим, что у нас еще есть по модам. А следующий мод, это опять хардкорчик у нас какой-то тут. Ну вот, экранчик вот этот задний, может быть, и прикольно выглядит, но все-таки в оригинальном хардкоре все равно лучше. Короче, звук я выключил, потому что, ну, музыка такая же, как в хардкоре, в обычном от Social Media Production, но одна композиция из другая. Я не уверен насчет авторских прав. Давайте посмотрим, что тут поменено и что такое. Звуки есть, музыки только нет. Алло, что такое? Пипец. Так, попытка вторая. Не ясно, не открываем этот уровень. Следующий, первый, давайте открывать. Так, ну тут картинки поразвешены. Типа это не хардкор, хотя тут написано, что хардкор. Так, ну тут... Мы не будем это все проходить, мы посмотрим просто, что это такое. Судя по геймплею и времени, тут ничего не изменено, кроме того, что картинки. То, что дом, так сказать, изменен, вроде больше нету изменений. Ой, не то открыл, не то я случайно открыл, а теперь еще и не выйти отсюда. Потому что кнопочка Escape не работает, придется... И вот эта кнопочка тоже не работает. Придется попасться соседу. Пауза вот есть только. Так, ладно, второй уровень. Мод, кстати, названия не имеет никакого. О! Офигенно! Большое спасибо за отсылку. Причем тут, если разглядеть, то тут старый фон еще. Сзади. Блин, если честно, он нравится немного больше, чем вот новый. Эндрю Сэм, конечно же, есть, который уже месяц не снимал соседа. Да, вот, ну, конечно, прикольно, что вот света нету, реально. Всматриваться придется. Но вот двери светятся, кресло светится. И холодильник сейчас тоже засветится. Ну, холодильник, может быть, еще ладно, из него свет может быть. Изнутри. Ну, а так... Не, ну, так темнота выглядит довольно круто. Она выглядит круто. Давайте попадемся ему, чтобы на другой уровень попасть. Любишь ли сюрпризы? Следующий уровень называется. Тоже темнотище. Настолько темно, что аж глаза режет. Немножко. Мы просто уровень посмотрим. Файлы игры еще зайдем, посмотрим, что там поменено. Вишневый пирог.
Так, тоже без света все, только объекты светятся. Сейчас микроволновка, видимо, засветится. Да, видите, микроволновка, он засветилась. Довольно интересно, конечно. Труп из-за футбола. Тоже темно будет, да? А, нет, не будет. А тут уже даже ничего менять, по-моему, не стали. Извините, чиханул. Так, ну и тут тоже никаких изменений нет. Но мы все равно на всякий случай заглянем в файлы игры, посмотрим, что там, может быть, там что-то есть. И сдохни. Ладно, переходим к файлам игры. Итак, короче, мы в файлах игры. И давайте посмотрим, есть ли тут изменения. Во-первых, третий. Это ванная, мы видели. Это было. Четвертый. Здесь нет изменений. А, нет, есть одно изменение, смотрите. Автор. Хотя, может, и Social Media Live Production это сделала, но, блин, по-моему, ну я не помню, что такое там было. Смотрите. Ночь сделана тут хорошо. Она сделана лучше, чем Вуди возвращается. Как в консольной версии она сделана. Их вот я так даже сделать не смог. Хотя хотел Вуди возвращается такой добавить, но у меня не получилось так прорисовать. А ведь у некоторых получилось. Может, я как-нибудь тоже это сделал. Так, тут нет изменений. Если эту ночь, вот то, что мы видели, сделали Social Media Live Production, пишите в комментариях, если я не прав. Вот здесь тоже. Если вот эту ночь Social Media Live Production сделали, пишите в комментариях, если я ошибаюсь. Ну а так, тут реально, вот смотрите, нету изменений больше, я так понимаю. Так это было. Этим нас уже не удивишь. Давайте на всякий случай посмотрим. Мало ли что. Последний. Ну да, ничего не изменилось. Можно было даже файлы не проверять. Ну, какую бы поставить нам оценочку? Даже вот не знаю. Вот вроде бы оценил я эту темноту. Вот это темнота, что всматриваться надо. Давайте поставим оценку странный мод. Странный мод. Пусть будет такой вот мод. Пишите в комментариях, кто сделал такую ночь. Обязательно лайкну ваш комментарий. Ну, а на сегодня все. С вас лайкосы, подписосы, с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру Года Соседа и хотите увидеть этого воча, присылайте в группу ВКонтакте в обсуждение в специальное. Можете также мне в личку прислать. Не стесняйтесь, пишите, я всегда приму ваш мод. Ну, можете попробовать написать также в комментариях, если YouTube, конечно, не сотрет, подумав недопустимый комментарий. Ну и все, всем пока.